5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люциус, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд довольно-таки топовой базы Дэрил Диксон. Давненько я ее не рейдил, она довольно-таки большая, но сишек последний раз тут не понадобилось. Я не знаю, сейчас может она изменилась, конечно, но надеюсь, что нет, потому что сишек я не взял. Ну, в любом случае могу с почты взять. Я сейчас покажу вам все, ну, как зайти сюда, потратив минимально топоров и наделав минимально шума, и... Потом все покажу. Так, готово. Я сломал несколько ящиков. У меня уже 88 шума. В общем, первая стена, которую мы ломаем, это вот это вот. Заходим отсюда, идем сюда. Ломаем здесь дверь. Ломаем вот здесь дверь. Идем сюда, ломаем здесь стенку. И ломаем вот здесь. Ну, либо где-то здесь. Тут 4 ящика с самым топовым лутом. В этом у нас огнестрел. Калаши, глоки, эмка, глок, дробаш, катана, ну и все, что вы видите. В этом ящике бензин, фильтр есть, это я потом заберу. А в этом ящике лежит броня. Я, кстати, один сет сразу напялю, потому что мой уже почти отъехал. И пойду быстренько все это сложу и умру. Готово, я вернулся. Давайте забирать следующее. Наверное, вот эту все-таки броню я напялю, чтобы меньше урона получать от громилы. А вот эти два сета новых я сложу себе в байк. Потом уже буду решать, что остальное. Потому что места еще как бы много. А ящиков я смогу открыть еще очень мало до прихода громилы. Так, катану сюда, хил сюда. Осталось там до хрена места. В этом ящике я уже говорил, показывал. Ключи гачные тоже заберу. В этом ящике ресурсы. Пусть будут. Чё, в принципе, довольно-таки редкие ресурсы, но не в таком большом количестве, которым бы хотелось. Здесь, ну ладно, пусть блоки эти у нас задрипанные будут. Разрушители тоже задрипанные заберу. Здесь, окей. Так, сколько ящиков? Блин, давайте я надобью сначала, и потом уже посмотрим, сколько я смогу открыть. Давайте начинать, наверное, вот отсюда. Так, первый ящик я еще смог открыть нормально. Громила еще не бежит. Но тут, блин, это очень трудно будет открывать их. И еще от громилы убегать. Да, этот я уже открыл. О, нормально. Когда я успел, не знаю. Так, здесь ткань, здесь провода, в этом ящике, понятно, детали резиновые, всякие болты, здесь дрова, громила, кстати, о, доски забираем, громила прибежала, кстати, довольно-таки тихо, здесь тоже ничего пока интересного. Здесь тоже ничего. Ну, в общем, вы уже сами смотрите, что вам интересно. А я вот не помню, вот этот... Да, я его даже не надбил. Блин, хреново. Так, тихо. Так, это не тот ящик, который я хотел. Я хотел вот этот вот. И открою последний ящик. То есть больше у меня... Да не надо ломать стенки. Блин, чуть не застрял сейчас, алло. Давай сюда, громила, сюда. Вот так. О, тут слитки, кстати, этот ящик довольно-таки хороший. Кому вот железо надо. Это первый ящик, который вскрывать стоит. Ну, здесь пока что все. Байка на этой базе нету. В пикапе ничего тоже не лежит. Едем на базу и смотрим, что нам удалось вынести. Без использования C4. А вот и, собственно, весь лут, который мы вынесли. Ботинки что-нибудь тут забыли. А, это вот эти ботинки, все. Вот так вот. Получается 2 сета военных, 1 сет спецвойск, 5 глоков, эмка, 2 калаша, дробовик, 2 разрушителя, 100 досок сосновых, ну и остальные ресурсы, которые вы видите. На этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.